Сказано, сделано. Летом 2020-го по распоряжению президента новую 35-ю школу включают в государственную инвестиционную программу. А уже 1 августа жители 7-го микрорайона вместе с мэром закладывают капсулу с посланием. И вот спустя год учреждение готовится принять первых воспитанников. Дело за малым – навести лоск. Внутренние отделочные работы выполнены почти все. Уже идет уборка территории, моют окна, убирают кабинеты, парты расставлены. В принципе, школа готова к сдаче. Осталось по наружным работам благоустройство территории выполнить работы. Озеленение немного, но уже, вот, если можете заметить, трава всходит, газоны красивые. В принципе, 1 сентября сдаем. Внутри каждая стена – произведение искусства. Пейзажи и портреты классиков литературы украшают школьные коридоры. Современные парты и стулья ждут ребят в учебных кабинетах. К слову, мебель можно регулировать под каждого ребенка индивидуально. Библиотеку окутала паутина, всемирная. Здесь есть выход в интернет. Создана безбарьерная среда. К вашим услугам – лифт и пандус. Любителей активного отдыха ждет физкультурно-спортивная зона, стадион, баскетбольная и волейбольная площадка. Значит, сейчас мы набираем по счету 9-й, 1-й класс. Всего в начальной школе сейчас 24 класса комплекта. Вообще в школе планируется открыть 44 класса. Мы планируем 2 десятых класса, изначально было решение 1, но тоже большое количество детей, поэтому мы планируем сейчас открытие 2-го десятого класса. В первую очередь мы принимаем учащихся, которые проживают в микрорайоне молодежный, то есть в 7-м микрорайоне. И затем уже на свободные места мы сможем принять всех остальных желающих детей. Первые 10-е классы полностью укомплектованы. К 25 августа завершат набор со 2 по 9. Микрорайон новый, много молодых семей. Нагрузка на соседние школы резко увеличилась. А значит, учебное заведение жизненно необходимо. И про маленьких бобручан не забывают. Вслед за 84-м детским садом строится еще один через дорогу. В целом учреждение образования под номером 35 станет 4-м в этой части города. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.